Дочитала наконец вот эту книгу «Тайна острова драконов». Помните, я ее читала в поезде, у меня оставалось совсем чуть-чуть. Вот сейчас дочитала. Даже до благодарности. Обычно благодарности я не читаю, но вот это меня прям зацепило. И дошла, когда до последней страницы, смотрю, возраст 16+. Ну, как бы да, это такая сказка для подростков, хотя сейчас 16-летних девочек и мальчиков сложно уже назвать подростками, они больше входят в разряд взрослых. Но вот она меня зацепила. Конец, последнюю страничку читаю и понимаю, что это вообще не конец. И когда начала благодарности читать, она там и пишет, что есть или будет ли продолжение. Так что буду искать. Ольга Миклашевская. Мне очень понравилась эта книга. Очень. Прям вообще зашла.